Итак, тут у нас второе домашнее задание по XSSR. Мы тут уже по полной используем FMOD. FMOD Studio. Что же у нас? У нас сцена деревенская. Сразу слышим атмосферу, слышим электричество. Это столб у нас жужжит. Немножко нужно поработать еще над локализацией. Пока не очень хорошо получается. Персонаж у нас умеет бегать, это слышно, прыгать, приземляться, даже умеет спринтовать. Со спринтом уже отдельная тема была, у всех по два раза срабатывала. И я увидел, что просто в спринте нужно только левую ногу озвучить, и тогда все нормально, более-менее звучит. Цистерне у нас капелька капает, это одна капелька, но с рандомизацией и по высоте тона, и по громкости. Значит, тут у нас птички чирикают на деревьях. Дальше побежим, посмотрим, что есть. На столбе тут снова немножко электричества. В бочке муха сидит. А сейчас я хочу рассказать, как я тут исполнил один костыль. Значит, нужно было озвучить, как человек пробегает через траву. Я выбрал все гейм-объекты с травой и налепил на них ивенты в мод, в котором там как раз травинка есть, только с рандомизацией по тону и громкости. Ну, получилось как костыль, но в целом нормально звучит. Когда долго по нему по траве бежишь, слышно, конечно, что это повторяется. Ну, надеюсь, что в дальнейших уроках станет понятно, как это исправлять. Так, теперь мы сейчас переместились в лес. Слышим птичек где-то. В здании у нас пропадает ветер. Ветра нет, не слышно. И потом снова появляется. И сейчас еще покажу одну штучку, с которой я тоже долго ковырялся. У нас здание храп. Но когда мы заходим на крыльцо, храп пропадает, и человек просыпается. Потом снова появляется. Как я это делал? У нас прямоугольник, в котором висит и храп, и эмиттер остановки храпа, и возобновление храпа. В F-моде это выглядит так. Вот у нас храп с аттенуацией по громкости и лоу-пасом. И снор-стоп, который останавливает храп, тут ивент, и сразу концовочка храпа, и мужик говорит, а кто там, who is there? Все вместе срабатывает. Вот так вот получилось, так это звучит. Ну, нужно еще поработать над громкостями.